Для настройки GPRS перейдите по пунктам «Пуск», «Настройки», «Соединение». Нажмите на кнопку «Соединение». Нажмите на ссылку «Добавить новое подключение через модем». В поле «Введите имя соединения» введите любое значение. В поле «Выберите модем» выберите значение «Сотовая линия GPRS». Нажмите на кнопку «Далее». В нашем примере мы используем подключение к сети Билайн московского региона, поэтому в поле «Имя точки доступа» введите латинскими буквами «internet.beeline.ru». Нажмите на кнопку «Далее». В поле «Имя пользователя» введите «Билайн». В поле «Пароль» – «Билайн». Помните, что для нашего примера мы использовали подключение к сети Билайн московского региона. Для получения настроек других сетей обращайтесь в справочную службу своего оператора.